Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем прохождение игры The Lake. У нас с вами понедельник, утро, 8 сентября. Началась уже, наверное, вторая неделя. Top of the morning, P.O. Complaints in Monday mornings. The perfect combo. P.O. Positive or pet peeve? Take it away, Bert. Morning, J.R. I'm afraid it's a pet peeve from me again. People who come camping here outside the season, just bugger off already! Так, начинаем развозить. Так, что у нас там дальше? По списку. Что интересно, сегодня что с заданием будет? Потому что то... Один раз мы помогли кошатнице, то есть помогаем всем жителям тут. То встречались с подругой в прошлой серии, болтали тоже. И нас все пытаются как-то оставить здесь. Либо выбрать деньги, либо хорошая и... хорошая и спокойная старость. Отвлекли чуть немного. Так. Здесь кто у нас? 104. Так, поехали, 104. Отключил я музон, потому что они одну серию мне как бы отозвали обратно. Авторские права. А на другой что-то как бы отправил запрос, пока тишина. Не знаю, может еще за отправить. Так, это где? Здесь? Не здесь, так сюда. По-моему, сюда. Да, сюда. Кто здесь? По-моему, наша подруга здесь живет, нет? Прошу прощения за такие квыкрутасы, кругаля. По ходу дела я так пройду игру на мышке. Хотел на джойстике, блин, его подключать надо. Смотрю на него. Ладно. Аккуратно буду. Nope. No answer. Hope nobody comes and steals this. На 10. Так. Так, это на кемпинг, мотель. Так, что, предлагаю тогда так поехать? Кемпинг. И потом сюда приедем. Направо? Да, погнали направо. Надо было это Spotify включить, то ли. Блин, тоже. Вова вообще не подготовился, короче. Вот такой вот стримлер, блин. Ни хера не готово ничего. Ни джойстик, ни музыки. Либо хотя бы библиотеку Ютуба тоже можно было. Там полно всяких мелодий. Так, нам все сюдашеньки, да? Угу. Land Rover старый стоит или рюкзак сотый. Так. Так, нам фильмы надо будет забрать. Что-то мы получаем вообще от этих фильмов, нет? Перлысого, по-моему, получаем. Так, что у меня там? А где мы? Угу. На масленицу поехали. Масленка. Масленица, е-мое. Вот.
Так, что здесь пролетаем? Болтать что ли? Да пошло нафиг. То есть либо здесь и стараешься, так всем помогаешь, то есть, ну, такой нужный человек на деревне, как бы сказать, со знаниями там, фильмы что-то рассказывают, показывают, либо свинтить в город. Я уже 100 раз об этом говорю, но, блин, не знаю. Сильно сюда приезжает, становится слабым. Город страшная сила. Вот и ты стал слабым. Так. Что здесь, кому посылка? А в отель? Так. What on earth did these folks order? Сейчас опять этот геймер. Угу. Excuse me, what's this all about? It's all about the mail. I'd appreciate it if parcels are not just dumped on the counter. I'd appreciate it if you'd act like a human being. You'd understand if you had any idea about what I'm trying to do here. Uh-huh. Setting up a computer system to handle all the bookings is quite sophisticated. Are you sure you're not just playing a game? Yeah, I'm sure. Thanks for the mail. Bye. Ну все, катись нахер, будет нам сказки тут рассказывать, да? Можно хотя бы пауза-то есть в этой игре или нет? Так, нажал, и все. Ладно. Мы что ж с вами, геймеры? Так, оп. Не, ну каждую профессию нужно уважать. Тут сидит вот рыжий. Не здрасте, не до свидания. Что там брякнул еще? Тут козила. Так, чувак, к этим? А, как там, вечно свободно? Ну, поехали. Пенблок. I remember Dad telling me, Meredith, the picnic area is for the older kids. I think I was 17 when I had my first actual picnic here. Сорян, что-то. Hi, sweet Meredith. Hi there. Here's the mail. Thanks. Still enjoying life off the grid? Sure am. Although Mickey had a rough night. Said he had hallucinations of rotting fish in the RV. Yikes. Oh, I guess bad trips happen. Well, actually, when I went outside this morning, there was this huge rotting lake trout right below our window. Totally grossed me out. How does something like that end up there? Ew, disgusting. I have no idea how that happened. Hold on. Mickey's gotta read this. Mickey! Wake up, honey! Leave me alone. I'm still shit-faced. It's a letter from Damien. Oh, right. Yeah, okay. Thank you, Damien. Looks like we won't be here much longer.
Did you grow tired of the lake already? We're going to Canada. We will be picked up this Thursday, early in the morning. What about the RV? Joan? Are you running your mouth again? I'm sorry, sweet Meredith. Gotta go. Hey, you know what? You should come by Wednesday. Our last night here. We'll build a campfire, have a drink, maybe a puff or Дуня. Two. Ключевое слово, you know, Дуня. And talk about the meaning of life, of course. The complete outdoors experience. Oh, cool. Согласись? Yeah, why not? Дуня. Joan! Awesome! Gotta run. See you Wednesday after sundown. Когда она сказала, что... Ладно. Так, выезжаем. Смотрели налево, посмотрели направо. Все чисто. Вон тебе не углубиться никуда. Че, посидим с наркологиями, дунем. Трендим, че да как. Можно зайти, поговорить, черничный торт, но не, у нас дела. У нас дела. Чуть подальше стоим. Пройдем, не пройдем, интересно. Так, не помню, он где внизу был. Не, он был на лодке. Там, наверное, наверху теперь. Челюстями. Hi there, Meredith. I suppose you've come to pick up that VCR thing you dropped off earlier. The movie box? Yes. Did you watch it? Yeah, I did. Took some figuring out how to hook it up to my old TV set, but I got it to work. Good watch. Shark looked a bit fake, though. Glad you liked it. Not my cup of tea, to be honest. So anyway, Angie over at the Flick Shack hopes this entices you to visit. Yeah, I thought so. Maybe I'll drop in one day. Well, you gotta get it back to work. Hey, here's the package. Thanks. See you around. Yeah. Все-таки красиво здесь на природе. Ну, блин, с одной стороны, город это динамично. Все там, да, строится, развивается, зарабатываешь деньги, строишь карьеру. А здесь чисто, не знаю, нужно найти призвание сапожником, быть столяром, плотником. А что, я с ней, да? Ладно, подставлю. Ну, на сидульку, наверное, поставила рядом. Блин, Фрэнка подставили. Получается, наш начальник по почте, он играет в игры, типа, и это. Его могут уволить, типа, почта никому будет, некому будет развозить, и нужно якобы остаться здесь. Не знаю, я все еще думаю. Все, закончить рабочий день. Давайте закончим. А, не, нужно завести видеопрокат. Тихо-тихо-тихо, эй-эй-эй. Ты где дорогу-то переходишь, тетя?
чешет, даже не смотрит по сторонам. Никогда так не делай, понял? Всегда смотри, когда что-то делаешь. Именно когда переходишь дорогу. И вообще, ты когда что-то делаешь тоже. Так, новые артисты, что там? На этой написано. Hey, here's your movie box back. Oh, thanks so much, babe. Listen, I owe you an apology. Короче. Apology? For what? I was curt. Just plain curt. And here you are delivering movies for me. You deserve better. It's okay. No one can be perked up all the time. So, any idea what caused it? Business is slow. More than slow. I mean, the Flick Shack is in real trouble. That movie box kind of was my last-ditch marketing effort. Nothing's worked so far. Так, какой ужас. I'm sure it'll be fine. Chin up. Anyway, enough whining. Let me make up for my stupid behavior and reward you for your diligent movie faring, m'lady. Reward me? Yep. I've got... Ta-da! Coupons! They're one of the few perks this job has. I get to take myself and a plus one to a free movie of my choice at the new cinema in Astoria. Valid tonight only. Wow, pretty cool perk. Что нам подкатывает? It is, isn't it? So what'll it be, Missy? You in or you out? Что, пойдем? Давайте пойдем. I'd love to. I'm in. Кино. Great. Pick you up at your place at 8. I know where you live. Anyway, gotta get back to it. Bye. Bye. Смотри, что я заметил. Доставка фильмов. Шварцелс. Чё? Зермана. Зерма. Чё там написано? Зермамтор. Зермаматор. Шванцерленд. Прикольно. Ой, извиняюсь. Смотрите на рожу этого актера. Прошу прощения, вылетел звук. Да. Оп, вывеску не повредили, отлично, едем. Не, ну рожа, конечно, того актера. Сходим в кино. Что закончить? Hello. Hey, Meredith. How was your day at the office? I mean, mail truck. Oh, hey, Dad. Actually, it did start at the office. I was being interrogated. Interrogated? What? By whom? Walter Morgan, a higher-up from the Post Service. He started asking questions about code of conduct and about Frank. Morgan, that walking corpse. He's always after Frank. What did you say? Nothing, basically. That's my girl. They'll never catch Frank anyways. He's always one step ahead of them. Listen, Mom's poking me. I guess we're not allowed to talk about work. Here she comes. Bye, Meredith. Hi, Meredith. Was Dad trying to get work stories out of you? Hi, Mom. Yep, he tried. And he succeeded. It was a weird day. Well, I'm changing the subject right now. Have you met the new guy at the hotel yet, Matt? Yeah, I met him the other day. Отвратительный тип или неординарная личность? Ну, тот, короче, геймер сраный. Не, ну, he's, сделаем это. Грубить не будем. Character. Unique? I guess that's one way to put it. He's one of the reasons why I won't miss working at the hotel. Anyway, how's life in good old P.O.? Not very eventful. After work, I watch TV and read books. Ну, реально, что здесь? Honey, you should get out more.
There must be something else to do besides that. Yeah, Mom, I know. I'll try. Попробуем кино. Okay, dear, I just want what's best for you. I know, Mom, but I'm all grown up. And now I'm changing the subject. How are you guys doing over there? Oh, Florida is fantastic. I think I might actually want to live here. The warmth of the sun, it's very easy to get used to. Oh, Dad is telling me to get back. Looks like the bar's open. Wonder what he's ordering this time. I'll get an Alabama Slammer. Alabama what? Alabama Slammers! Cheers! Все, поехали в кино. Кино, вино и домино. This is fun. It's been ages since I've been to the movies. Well, they call it the movies, plural. But of course, we can only see one movie at a time. So, which one will it be? Ну да. You pick. You're the expert. That's exactly why I want you to choose. The choice of innocent eyes. All right. Let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. All right, I'm ready to pick. Маленьком Китае. Давай. Big Trouble in Little China. Ooh, The Carpenter. This ought to be a ride. Что, старенький боевичок в стареньком городишке. And it's endlessly quotable. Yes, sir. The check is in the mail. You were right about it being a ride. Woo! Yep, that's Carpenter. And the best part is, we don't have to talk about hidden meanings or anything. Oh, dear. Does that mean we have to talk about ourselves? Dun, dun, dun! So, anyway. Слева смотри, что там такое происходит. My parents' house is right down this road, as you well know. Right, Missy. Let's go that-a-way. I wish I loved anything half as much as you love movies. Next time, we'll do something in your area of expertise. What, computer software? Yeah, we can build a killer robot or something. I like the sound of next time. By the way. Oops, what a slip of the tongue. So, here we are. Now what? I'm sorry. Да, мы проработали. I am tired. Aw, you sure? Это лесби лезет к нам. А, если можно, обе чашки чаем. Да, просто. Yeah. Sorry. See you later, okay? Okay. Good night, babe. Киса еще? Что-то подозрительно здесь. Meredith, can I bug you for a second? Sure, Frank. What's up? That Walter Morgan guy, what did he want from you? He was asking all sorts of questions. Also about you, Frank. Пусть тоже знает. God damn it! Can you believe that jerk? Are you in trouble, Frank? Trouble? They're the ones who are in trouble. I gotta get back to it, Meredith. Have a great day. Oh, before I forget, that Robert Harris guy was here this morning, looking for you. He asked if you could drop by. He's working somewhere in the forest лесоруб. Today. Ну ладно, заедем. Обязательно. На этом давайте закончим. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо. Берегите себя и пока-пока.